постоянно приходят пакеты данных с Wi-Fi в одном из кафе Star Roger. А мне что за дело? Сначала я подумал, что это просто шум, но затем расшифровал пакеты. Это азбука Морзе. Три буквы, раз за разом. Продолжай. С, О. Минуточку. С. Пожалуй, надо проверить. Отправь мне координаты. Так узнать, откуда идет сигнал бедствия. Всем привет, вы на канале Темный Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Вожжок Легион. И по счету 19-я часть игры под названием Информатор. Я желаю всем приятного просмотра, дорогие друзья. Спасибо вам всем за поддержку. Так, я вот думаю, кого мы в следующем ликвидируем? Найджела, Мэри или Нулевой День? Пока еще не знаю. Так, наша миссия, вот она. Угу. Так узнаете, понял? Когда Тек получил сигнал SOS, похоже, он идет с сервера кофейни Star Roger. Ух ты, прикольно, прикольненько. Интересная миссия. Так, я думаю, каким-нибудь другим агентом потом в этой миссии сыграю. Да, надо будет чередовать, а. Хоть она, конечно, крутая шпионка, мне она нравится, но тем не менее. Так, парамедика я точно играть не буду. Так, так, так. Я вот думаю, кем же мне поиграть. Так, это потенциальные агенты. Так. Потенциальные, конечно, неплохо. Ух ты, ну-ка, что у тебя способности? Так, новостной дрон. Связь в полиции. Срок заключения команды. Ух ты, нифига себе. А у тебя что? Средства по ремонту. Интересно, интересно. Так, а ты у нас что? Ух ты. Венчур, инвестор. Вау, нифига себе. Если что, друзья, думаю, его быстренько завербуем в команду. Ну, нет, не-не-не. Ах, так, сначала, друзья, завершу миссию информатор. Или да, или нет. Блин, даже не знаю, друзья. Сначала я быстренько замучу эту тему. Быстренько задание выполню. Да, вот. Завербую в команду его. А потом, друзья, уже так, узнайте как можно больше о его замене. Ага. Окей. Сейчас, друзья, быстренько завербую в команду чувака. И пойду выполнять основную миссию под названием информатор. Просто у него прикольные способности есть, а? И классная пушка, как у моей киллерши. Так, а, тут, ух ты, кто это у нас? О, тут миссия вообще недалеко находится. Круто, круто, друзья. Классненько. Дабы, чтобы миссия была не такая у нас, ну, долгая. Или долгая, но очень интересная. Я уже сразу перемещусь, друзья. Всем, друзья, вам спасибо за поддержку. Респект и уважуха. Я часто со всеми вами подружился. Давайте подписываться на мой канал и ставить лайки моим видеороликам. Во. Фух, я, друзья, немножко приболел, поэтому у меня будет голос меняться, все такое иногда. Надеюсь, я быстро выздоровлю. Реально, хочу, надеюсь на это. Так, информатор. Ага, об его замене узнать. Окей, окей. Так, думаю, киллер, что этого задания идеально это подойдет. Это прошлое место работы нашего протеже. Охрана очень серьезная, но не похоже, чтобы здесь были какие-либо еще сотрудники. Надо же, как любопытно. Полагаю, тех, кто заменил всех этих людей, мы здесь не найдем. Осмотрись, может поймешь, где их искать. Спасибо, спасибо, Бегле, окей, окей. Так, то есть сейчас будет весело. Так, 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 ой-ой. Ёшки, ёй. Так. Отвлечь. Ух ты, нифига себе. Охереть защита, а. Какого фига, типа, он говорит? Ах ты падал, а? Блин, смотри какой охеревший, сука, а. Где ты мою шпионку отдубатишь, ублюдок, а? Давай-давай, покажи, кто крутой, давай. Ах ты какой, смотри, ох, иди. Отсочуга, а. На тебе, мудила. Вот, блин, честное слово, крутая у меня шпионка, а. Здорово сразу мы. Чтобы не борзело. Так, что еще есть такое у нас нарывчивое есть. Ой, друзья, можно было, конечно, тихо зайти, да? Но как всегда, друзья, не люблю тихо заходить, а. Люблю появляться эффектно, так сказать. Так, ты где, придурок? Эй. Слушай, 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 ты ж какого? Какого хрена? Эх ты, зараза. Чуть не убил меня. Ух ты, падла. Меня стреляют!
супер крутая тварь, а? Да сколько же у вас крутых и таких, а? Офигеть, они крутые, друзья. Так, давай. Нихера себе, чуть не убили меня. Офигеть, они здесь реально крутые такие бойцы и такие в новых костюмах, блин, пипец, а? Так, где вы, придурки, а? Эй, алло, друзья, вы где? Так, сейчас быстренько, надо быстро вербовку делать, а? Как-то за яйца не тянуть, а? А, не там у нас, друзья, да? Ладненько, хорошо. Так, сейчас быстренько. Ага, вот паучок. Или я сам уже все сделаю. В принципе, я сам все сделаю. Хотя, не, попробую. Так, сам могу сделать что-нибудь я? Или нет, да или нет? Мне просто интересно. Ага, нет, без паука я не могу. Тогда паучок, давай. Я в тебя верю. Ты у меня охеренный. Ага, молодец. Давай, давай, давай. Ага. Сим-сим, открывайся. Так, давай, 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 паучок, давай. Я еще потом все сам сделаю. Так, хотя, может быть, в принципе, ты все сделаешь, а? Или я? Не, хочу, хочу я сам все сделать, а? Да-да-да, вот, спасибо. Реально классный киллерша, нравится мне за нее играть. Маленько, все-таки походу эту миссию я за нее сыграю. Следующая миссия уже за какого-нибудь другого агента. Так, где он? Куда идти? А, все, все, друзья. Я иду в правильном направлении. Это круто. Зараза, когда нос забит и это... Зараза, это не очень хорошо. Так, Tide Technologies. Да, уже, Дима, ну ты, конечно, и чтец. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Нихера себе как-то у нас. Ай, молодец, можно а? Можно заняться корпоративным шпионажем здесь. Спасибо, спасибо, Бэгли. Спасибо тебе, друг мой. Сейчас быстренько взломаем. Всякий пожарный. Блин, честное слово, классная киллер. Шпионка. Я, и прикольно у нее эта одежда классная, я ей сделала. Так, скачиваем. Ага. Так, ключик. А, ключик мы тоже скачиваем. А, слишком далеко. Не, скачиваем, все, все, сори, 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 все, скачиваем. Сейчас, друзья, будет весело или не будет весело, не знаю. Так, запись, ага, компании, окей, сейчас, друзья, быстренько соберемся в команду нового члена команды, нового агента, и пойдем уже выполнять нашу миссию, ха-ха, информатор. Блин, честно, такое прикольное название. Ух ты, ух ты, ух ты, а. Ё-моё, так, первый клиент, надеюсь, меня не спалят, а. А если спалят, друзья, я их всех убью. Отправляю данные. Принято. Я проанализирую корпоративные записи, пока ты выбираешься оттуда. Давай, давай, Бэгли, давай, спасибо тебе. Так, я хотел очки четвероги взять, а? А они находятся, скорее всего, наверное, сверху, да? Похоже, будет несколько трудных, чем я ожидал. Блин, зараза, хотел по-тихому все сделать, а? Так, 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 так. Ой-ой-ой, где они, а? А я куда-то все, друзья, я сваливаю. Блин, технологии находятся совершенно в другом месте. Блин. Черт с ними, потом их возьмем как-нибудь в другой раз. Надо сваливать. Блин, я вообще не туда пошел, а. Опять вернулся обратно, друзья. Ого! Блин, это было эпично, друзья, это было просто классненько, а. Ух ты, блин, как мне нравится это сделать, а. Давай, иди сюда. Давай, покажи, покажи свою голову, а. Блин, охеренно, друзья. А, слишком далеко. Что мы сейчас... Опа, патрончики. Они мне пригодятся. Так, скачиваем. Сейчас скачаем. Смотрите, крутая, друзья, у меня героиня. Крутая, а. Блин, реально офигенная шпионка. Так, очки, вот очки технологии. Мне реально нужны, а. Вот только где их взять, не могу понять, кто... Проникнуть, друзья, вот в чем вопросик, а? Они вон, видите, где находятся, да? Как их взять? Это, друзья, вопросик. Ладненько, думаю, время тратить не будем. Дрона мы не боимся. Так, как отсюда выйти вообще? Ух ты, прикольный комп у них. И, кстати, бойцы, у бойцов новые костюмы, друзья, если вы не заметили, да? Реально, костюмы раньше были такие простенькие, а сейчас такие уже как-то более, что ли, прокачанные, бронированные после нашего, говорится, после того, как мы поимели Касова, ну, да, этого придурка,
Опа. Где бы еще таких найти? Опа, еще нихера себе. То есть он улучшил, так сказать, экипировку своих бойцам лучше сделал. Ну, экипировал своих бойцов лучше. Пушки новые, броня получше. Опа, сейчас все, ладно, черт с этими очками технологий. Так что мы потом в следующий раз возьмем. Хотя нет, в следующий раз не будет, друзья, поэтому сейчас. Сейчас будет аж хрен когда. Может быть, они находятся с другой стороны. Хотя, в принципе, ладно, так что быть пофигу. Реально, миссия так долго получится. Так, сейчас выйдем за пределы. За пределы. Давай, давай, моя крутая. Бегли, что расскажешь? Что ж, я знаю, кем заменили нашего протеже. Это ИИ. И не классный ИИ. Ну, такой, ради создания которого можно, например, засунуть мозг своей мамы в холодильник. Нет, он унылый. Чуть более чем полностью. Он может заменить, скажем, 1 000 000 людей максимум. Ух ты, черт. О, судя по твоей реакции, это много. Если хочешь, мы можем его уничтожить, пока еще больше людей не осталось без работы. Прекрасно. Отправь мне координаты. Да ты охренел, что ли? Так, уничтожьте исходник. Ух ты, друзья. Вау, круто. Ну-ка, ну-ка, где ты наш исходник? Где? Ого, где он находится? Сейчас, друзья, опять же быстро телепортируемся. Просто я чувствую, что наша миссия будет долгая. Значит, типа, сейчас еще получается, друзья, мне надо будет основную миссию выполнять. А я сейчас, получается, только выполняю долг миссию. По вербовке, а. Так что, друзья, это еще надо посчитать, да. Охренеть, сука, я в ахере. Ух ты. А, это все нормально. Так, сейчас нам, в принципе, идти недалеко. Здесь мы быстренько пробежимся. Агент Шумер реально крутая. Мне она очень нравится, как, в принципе, мой другой агент. Так, сейчас мы должны уничтожить исходник ИИ. Круто, класс. Ух ты, какая тача классненькая. Вау. Так, 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 это сюда, скорее всего, да? Да, сюда, все правильно. Исходники ИИ, который лишил людей работы, находятся в контейнере. Класс. Пора что-нибудь сломать. Секунду. Я же говорю, экипировка не друзья, у них новая. Новая. Так, пора что-то сломать, да? Я с большим удовольствием, друзья, сломаю. Я люблю ломать. Это кайф. Особенно я люблю портить настроение альбионовским ублюдкам. Найджелу Касову. Надеюсь, мы его... Ой-ой-ой. Просто интересно, кого мы первого кокнем? Ну, второго. Мэри Келли? Я что-то слышал. Или его? Мне просто интересно, реально, кому мы кокнем? Да, второго. Нейджелу Касову, Мэри Келли или на любой день? Там, может, там без порядка можно идти, я не знаю. Ух ты, ублюдок, смотри, двое на одного, не охренели, а? Ух ты, сука. Ух ты, охренел. Ух ты, ублюдок, а. Давай, сука. Урод тупой, а. Хер тебе меня. Не поимеешь, тварь. Так, вот, получается. Ты на месте, приступай к уничтожению. Ага. Пока не могу, Бегли. О, во. Все, нашел я стенку. Если может быть раздолбать. Круто, класс. Так, тут еще можно получиться наверх подняться, да? Ладненько, друзья. Давайте наверх поднимемся. Так что быть. Блин, реально, даже дополнительная миссия по вербовке, друзья, это интересная. Мне нравится. Так, скачиваем. Что это? Давай! Сейчас я быстренько скачаю. Так, ключик нам пригодится. Да-да-да. Так, это пока дебил туда пошел. Есть. Все класс. Так, придурок. Так, я не понял, что... А, типа я пушку его заблокировала. Я понял, понял. Наверное, блок пушки поставила. Я даже не знаю, что часы делают, а. Тут же и костюмы новые. Даже так, так, друзья, видно. Охренеть. Да, блин, пушку нормально нужно взять, а. Твоё рождение. Фух, друзья, капец, а. Гребаный бот, а. Сейчас надо его быстренько заиметь, а. Достал у меня. Отключить его.
Так, пока все весело, друзья, все хорошо, пока. Надо быстро сломать его. Вот, круто. А, друзья, я мог, конечно, спокойненько все по-тихому сделать, в принципе. Ну, друзья, я любитель, как говорится, шумно зайти. Ну, вы понимаете, о чем здесь речь. Ой, класс. Маленько, друзья, хайбовываться. Демочек, идем выполнять основную миссию уже. Сейчас быстренько завершу это дополнение. Уничтожу гребаную зеркальню. Давай. И все. Еще один искусственный интеллект канул в бездну забвения, черную, словно Ванта Блэк. Он больше никогда не будет ни думать, ни чувствовать. Вижу, ты уже набила руку в этом деле. Спасибо, Бегли. Теперь уходи оттуда, я сообщу нашему протеже хорошие новости. Давай-давай, Бегли, сообщай. Все знают, что делать. Прочесать все. А Бэджки технологии? Я тебе могу взять, а? Где они? А, они находятся недалеко, хотя бы их возьму. Тебе не получилось взять, хоть эти возьму. О, опачи. Стига, сколько у меня сейчас? А, у меня 25 очков технологии. Так, то чего такая неплохая? Опа. Записка. Так. Ага, понял. Ясненько. Здесь, говорит, у меня здесь чтец не очень хороший. Так, то чего возьмем? Почему бы и нет? Давай. Всем сил, откройся. Все, я сдаюсь. Собираемся. Это даже я хочу даже не такую точилу взять, а. А, брони точилу. Вот реально такую тачку хочу, а. Так. Я хочу на ней погонять. Такая тачка неплохая, у ребёнка. Подожди, а что, типа, нельзя? Все серьезно, взлом нужен? Ах ты, сучий потах, а. Типа там облом, да? Это где у нас получается? Это серьезно. Ой. Да что такое, Димон? Ах, ладненько, черт с ним. Машина хорошая, сейчас я быстренько, друзья, все сделаю. Побегусь, позанимаюсь спортом. Так, чтобы эту сучку я долбану. Кажется, там что-то есть. Заколебало меня с одной удара, друзья, вырубил ее. Сейчас быстренько дверь открою. Я в тачку хочу-то взять себе. Чего не покататься, друзья. Так. Ага, готово. Молодец, моя генша. Так, сейчас быстренько мы так. Ой-ой, вот так вот. В ускоренном темпе. Так, точилу берем. Открываем. Пускаем. Давай. Во. Так, Сим, откройся. Давай открывай, где? А давай открой, придурок. Ах ты. Вот, все, друзья, открываем. Ух ты, еще. В общем, так. Прозвучит странно, но тебя заменил ИИ. Тебя автоматизировали, дорогуша. Серьезно? Компания, которая изготовила эту штуку, собиралась лишить рабочих мест всех специалистов в вашей области. Но благодаря DeadSec этого не случится. Большое спасибо. В DeadSec всегда рады новеньким. Присоединишься? Ладно. Я в деле. Ты в деле, это круто. Так. Опа! И шейку сломала. Ай, молодец. Все, друзья, мы агента завербовали. Пойдем. Все, друзья. Магета завербовали, друзья, теперь пойдемте наконец-таки нашу миссию основную выполнять, а? Информатор. Так, узнайте, откуда это, я уже понял. Так, все, друзья. Миссия дополнительная была прикольная, агента мы завербовали. Следующие миссии. Так, где он у нас? Вот он. Я за него поиграю, друзья. Ух ты, венчурный инвестор. Так, умелый инвестор. Ну, прикольно. Пушка не постановится у него. Маленько, все. Это, в принципе, у меня здесь столько агентов уже есть с нормальными пушками, а так круто, а. Даже, друзья, у моего агента вроде бы один только есть пистолет, да? Вот того, он крутой. Сейчас, по-моему, его Тириан зовут. Вот, сейчас покажу его. Вот, друзья, он. Вроде бы он такой обычный, да, не супер крутой, но мне он нравится, реально прикольный агент, классный. Так, все. Так, ладно, думаю, даже телепортнусь, наверное. Так, миссию затянул. Так. А, блин, ты зачем тачку брал, получается, а? Дима, тоже ты балбес, а? Маленько, точку поставлю, делаю перемещение. Немножко на тачке поеду, а? Тачка такая, друзья, неплохая. Реально такая, тачка классненькая, мне нравится. Блин,
Ой, сори. Смотри, куда я, черт с ним. На ней покачусь я. Так шубы теряют. Зачем я тачку брал, если я собираюсь себя уж телепортнуться, друзья? Тоже неправильно. Так, давай, я Альбион. Нет, я не Альбион. Ух ты, ё-моё. Ух, какая-то чего, друзья. Ну ладненько, тачка классная, но я на эту тачку поеду, а? Да. В принципе, друзья, тоже не такая уж медленная. Так. Сори, друзья. Вау, как тут красиво. Так, простите. Так, ух ты, тут реально прикольно. Так, я понял. Так, поближе есть задание. Ух ты. Оба, друзья, мы почти приехали с вами. Так, мы едем по мосту. Прикольно. Так, правила нарушаем, друзья, это нам можно. Мы с вами дотек, нам все можно. Мы спасаем людей, мы супергерои. Так, о, вамбет. Круто. Колесо обозрения, друзья. Так, опа, тоже точка неплохая. Так, теперь аккуратненько, Дима. Все аккуратненько, понятно? Я чувака не сбивал, он за все вранье. Я еле-еле докоснулся до него. Так, блин. Так, ой-ой-ой. Ух, поехал, нормально. Ух ты, не. Вот ее я хочу взять, а. Блин. Я понимаю, тачка тоже неплохая, да. Прикольная такая бронемашина, класс, нравится мне. Ну, понравилась мне. Ну, эта тачка реально мне нравится, очень даже, а. Реально класс. Мне она очень нравится. И другая тачка тоже нравится мне. Так, это мне не нравится. Радио это скучное. Так. Ой-ой-ой. Так. Ух ты, ей-ей-ей. Блин, сори, друзья. А, типа так надо объезжать, да? Ладненько. Так, ты сам дебил дорогу выпрыгивает, а? Тупые NPC, а? Ой-ой-ой. Нахрен, бессмертные, что ли? Так, дороги, конечно, в Лондоне неудобные, а? Поворотов дофига слишком, а? Ой, а, точно, я же до миссию не туда замутил. Друзья, во. А, все-таки я правильно еду, все правильно, друзья. Так. Вот тут я даже ни разу не был в этом районе, а? Как вы видите, да? Так. А, все. Так, сейчас заедем до информатора. Попьем с ней или с ним. Кофеечек. Ну что ж, я на месте. Что теперь? Не похоже, чтобы кто-то был в беде, да? Присядь, я проверю IP, с которого приходит сигнал бедствия. Окей, Бегли. Давайте посидим, подождем. Кому же наша помощь нужна? Это просто интересно, друзья. Очень даже. Простите. Ты звонишь на раскладушку? Мы в каком веке, простите? Это криптофон. Он безопасен. Любое устройство под CTOS можно вскрыть. Если нас подслушают, обоим конец. Ты, блин, кто такой вообще? Это не важно. Важно то, что у меня есть инсайдерская информация о Sears. Полагаю, люди, которые вас подставили, работают там. Как ни прискорбно, похоже, Дотсек — моя единственная надежда. Ладно, поговорим, но никаких гарантий. Хорошо. Координаты места встречи спрятаны в сети этого заведения. Ах, телефон, блин, сгорел. Ах, реально крутая кутка в моей шпионке, а. Так. Бегли, Сабина, что вы обо всем этом думаете? Так, любопытно. Чувак из Сирс говорит, что нулевой день — это агенты спецслужб, по мне. Звучит вполне логично. Какие теракты не по плечу рандомным психам Сирс, другое дело. Официально Сирс — разведывательная служба быстрого реагирования. Использует данные CTOS для обнаружения террористов и преступников. А Альбион потом их убивает. Вот, взгляни. В связи с ростом насилия на улицах Лондона, Сирс разрешает сотрудникам правоохранительных органов и Альбиона стрелять на поражение.
Неофициально. Сирс крадет данные и арестовывает людей за неугодные мыслишки. Средства и возможности есть, остается мотив. Сирс фашисты, но все-таки их задача предотвращать теракты, а не устраивать их. Где логика? Спросите при встрече. Окей, Сабина, окей. Ага, понял. Так, и как нам туда собраться? Я хочу просто взять себе очки технологии. Так, и не понял, ты кто у нас? Что ты у нас умеешь? Ух ты! Ладно, у меня такой, в принципе, агент уже есть, а? Протестующие, друзья, протестуют, а? Против новых правил. О, сейчас, друзья, быстренько возьму очки технологии. Ну, и все. Так, где они находятся? А, ну нужен будет паук, да? Окей, сейчас. Постоянно, что, друзья, очки технологии возьму. Они мне пригодятся. Так, они реально где находятся? Эй, подожди. Во. Так, это не то место. Ой. Давай, паучок, давай. Так, скорее всего, оно здесь должно быть. Ой-ой-ой-ой-ой, я. Блин, паука потеряла. А где можно еще паука взять? Да ёшкин дрын-то. Блин, а где реально паука еще можно взять? А вот паучка, все, окей. Круто. А то есть своего паука потерял. Это печаль беда. Сейчас, друзья. Я быстренько все сделаю. Сори, не хотел. Эту ловушку не заметил. Не думал, что так будет. А что это за хрень? А, вот, все. Сейчас пускай подождем, друзья. Подождем. Гребаная электрошока. И чукак, чукак-то. А-а-а. Ну, чукак, друзья. Во, все. Так, очки взяли. Молодцы. Так, теперь можно что, телепортнуться? А во. Сейчас телепортнемся. В принципе, мы находились далеко, но все равно телепортнемся. Люблю, друзья, перемещаться, так сказать. Мне все обещают быть такой даже неплохой, в принципе, в последнем месте, друзья, мне нравится, они такие интересные, прикольные, а вот предыдущая, 14-я была, самая такая неинтересная миссия, когда я играл, друзья, а это вот такая вот, блин, реально, миссии реально пошли такие интересненькие, а. Опа, ух ты, чувак, спасибо тебе, благодарствую, спасибо, что мне байк подолжил, и тебе потом его отдам, так, вырубаем, опа, так. Встретитесь с информатором из СИС. СИРС. Окей. Давайте с ним же встретимся. Так. Ага. Вот что как. Можно раскрыть? А, можно? Круто, друзья. Класс. Так. У нас тут проблемка. Осведомителя нет. И здесь была заварушка. Возможно, за него взялась СИРС. Получи доступ к системе наблюдения, и я смогу воссоздать события в дополненной реальности. Ладно, я все поняла. Так, изучите сцену, воссозданную в ДР. Окей, почему бы и нет? А, ну типа... Вот, типа обломщик, да? Опа, чувак. Здравствуй. Что происходит? Я ничего не видел. О чем это ты? Постой. Ты не похожа на... Вот черт! Ты под прикрытием, да? Хочешь меня разговорить? А вот хрен тебе. Возьми себя в руки. Я ничего не видел. Под прикрытием. Ну, чувак, а. Ладненько, не видел. Ладно, чувак, не видел, так не видел, а. Блин, вот бывает, когда я такие слова некоторые говорить не могу, а. Да просто, друзья. Зараза. Готово. Теперь вернись, я воссоздам сцену в дополненной реальности, и мы узнаем, что случилось с нашим контактом. Ага, спасибо, Бэгли. Сейчас. Data reconstruction in progress. Так, и где ещё? Это наш контакт. Ух, ё-моё. Ух ты, черт. Согласен, наверняка у него бывали дни получше. Изучи место в ДР, чтобы узнать, что с ним случилось.
Окей, окей, Бэгли, да, ему не повезло. Так. А где еще можно изучить? А, во. Использовалось нелетальное оружие. Есть шансы, что он жив, хотя, вероятно, не в восторге от этого факта. Так, я еще... А, ух ты, не фиасик. Ух ты. Круто, друзья, обменяйте этот... Вот этот... Нереально, ну такая фигня вот эта вот. Дэр. Они забрали нашего знакомого, но, возможно, не успели далеко уехать. Я могу воссоздать маршрут транспорта по данным с камер наблюдения. Так ты сможешь их догнать. Давай, Бэгли, давай. Я только за. Так. Ага. Остаете фургон, используя ДР. Окей, окей, давай. Давай, Бэгли. Погнали. Байк все-таки у меня непростой, крутой. Мы поговорим о том, как Бэгли завоевал Лондон. Ага. Обожаю эту тему. Какие они, а? Могу говорить о системах ИИ часами. Так, а теперь куда? Ага, сюда, да? Только что недавно-то в фургоне ездил, друзья. Фургон-то неплохой. Ух ты, типа сквозь машину пролетели. Ладно, конечно, шутка. Ага. Чуть-чуть я, блин, зараза, сори. Прям живая. Блин, капец, ты такого умирать, серьезно? Или впитался, блин? Даже не на скорости. Воссоздание сцены близится к концу. Как и жизнь нашего знакомого, если не поторопишься. Понял, понял, Бэгли. Я тебя понял. Ой-ой-ой. Сейчас все... Какого хе... Что за тупые машины-то, а? Это твое рождение. Похоже, обидчики нашего знакомого остановились здесь, но я их нигде не вижу. Давай изучим данные и попробуем понять, что произошло. Давай-давай, Бэгли, давай. Так, теперь что там у нас произошло? Его чуть другого фургона посадили, что ли? Похитители меняют транспорт, чтобы сбить преследователей с толку. Это стандартная тактика оперативников ЧВК типа Альбиона. Альбион? Не Сирс? Ну, Альбион, наемники. Возможно, продолжив расследование, мы узнаем, зачем им понадобился разоблачитель Сирс. Окей, окей, Бэгли. Блин. Интересный анализ транспорта. Я провел детальный анализ транспорта и пришел к выводу, что это фургон. Ну, спасибо, Бэгли. Что еще? Ну, еще я могу добавить, что следы песка в протекторах указывают на то, что фургон недавно был на стройплощадке. Ну, а ты же знаешь, не люблю казаться умнее окружающих. Блин, Бэгли, честное слово. Я проверял все стройплощадки, связанные с Альбионом, и выяснил, что какой-то сонный кретин забыл вырубить камеру в импровизированной пыточной. Что ж, посмотрим. Так, а дальше что? Ух ты. Я не тот человек. Нет. Где? А, недалеко. Сейчас. Ты Малик, офицер Сирс и грязная крыса. Нет, это не я. Клянусь. Нет. Ну, раз уж мы согласились с ним встретиться, позволить ему умереть было бы дурным тоном. Бэгли, координаты, будь добр. Так, агент, конечно, крутой, я хотел бы его в команду взять, но не судьба. Просто я, у него еще классная экипировка. Ну, конечно, сравнить против Дедсека. Так. Да, друзья, блин, капец. Не думал, что такая миссия будет сложная. Я имею в виду, что у нашего агента, ну, информатора, поймают. Это я не ожидал. Слышите? Ай-яй-яй, а молодец, а? Ай, красавица моя. Так, реально она офигенная. Так. Вниз получается, да, нужно? Ух ты, раз, два. Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Ага, окей, продолжай. Так, ты, доставучая херня, вырубись. Я заколебываю тебе маленький дрон, а? Иду дальше. Ух ты. Так, он... Ну, реально. Ух ты. Так, друзья, ладненько, так, чтобы я всех поубиваю. Сколько можно прятаться?
Так, ключик. Ключик. А, туда нужно. А, сюда нужно. Сейчас, погодьте. Угу. Так, агент, ключик. Скачиваем. Сейчас агента нашего спасем. Нашего информатора. Спасите информатора из Сирс. Сейчас все будет. Так. Паника. Сим-сим, откройся. Тихо. Я из Дэдсек. Ты нам звонил. Вот как. Зря вы пришли. Они поймут, что я их предал. Да мы тебя спасли. Нет, теперь мы оба в беде. Так, я загружу данные на анонимный FTP. Сами все поймете. Нет, ты сам все объяснишь. Но... Я аналитик в СИРС. Меня зовут Ричард Малик. Я считаю, что нулевой день — это офицеры СИРС, которые подставили вас, чтобы захватить власть. Теперь они убивают или шантажируют всех, кто им мешает. И, как вы поняли, я в этом списке. Ладно, наши люди проверят твои данные. Но смотри, чтобы я не пожалела. Этого не обещаю. В ту дверь вышел, по-моему, где... Там был боец, если я не ошибаюсь. Малик покинул это место. Советую последовать его примеру. Окей, Бекли. Так, очки технологий. Сейчас быстро возьму очки технологий, Бекли, и покину. Так, давайте. Ах ты, сучка. Ух ты, тварь, а. Блин, сука, не получилось, как я хотела. Малика, давай. На, тварь. Блин, почему нельзя... Ваня сейчас голыми руками отжакаю, а? На тебе, сучка крашеная. Перекрашенная. Так. Очки технологий. Все, сейчас быстро их возьму. И сваливаю отсюда. Чертям собачьим. Давайте. Ой-ой-ой, да что ж так далеко-то находится-то? Такое место неудобного. Как это попаду? И типа намек. И как это попаду-то? Эй, ты че? Ну ты даешь, а? Да зараза, типа дрон грузовой нужен, что ли? А, паучок туда не попадет никак, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, костюм такой офигенный, я хотел бы в команду завербовать, а? Но не, зря. Так, нифига она. Ну никак. Да, в общем, нельзя будет команду завербовать. Опа, что это у нас такое, а? Это что ж такое-то? Вы достали меня. Так, это можно как-то попасть сюда? Как-то взять? Так, у меня тихий пистолет. Опа, грузовой дрон, спасибо тебе. Сейчас я быстренько возьму очки технологий. Я хотел взять. А, сбросить груз. Груз нам не нужен. Нам нужен ты, спасибо. Давай. Молодец. Так, очки технологий взял. Я взял. Обратно. Супер. Так, теперь. Теперь сюда можно как-то попасть? А как-то вообще попасть? А, там просто одна штука есть, а? Хотя ладненько, черт с ней. Так, покинуть область, да, друзья. Сейчас быстренько область покинем. Борец за правду, значит? Давайте посмотрим на его данные. Так, минуточку. Бэгли, ты сам все знаешь. Будь добр, изучи данные, а потом собери всех на брифинг. Ага, молодцы с вами мы. Так, задание выполнено, ага. Так, о, снова шпионажа. Следующая миссия, друзья, у нас будет класс, круто. Эй, ты чё, это ж не какой-то там тупоголовый дрочила. Это дрочила из СИРС. Нахер надо в это лезть? Не согласна. Ему нужно помочь. Есть третий вариант. Используйте его. Человек, способный разоблачить СИРС, может вывести нас на уродов, которые взорвали половину Лондона и подставили Дэдсек. Пусть даже вы ему не верите. На день рождения можно не звать, просто воспользуйтесь информацией. Это мысль.
Ладно. Почему бы и нет? 19-я миссия под названием «Информатор» завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока! Спасибо вам всем за вашу классную поддержку. Вы лучшие, охеренные, и вы супер, друзья. Так, все, мы попали на штаб, потом обсудим, все поговорим. Крутая суперагентша. Покидова. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. We'll be right back.